Зимний Химмельсдорф, 57% на победу. Встречный бой. Там Т-67. Так, естественно, здесь я на горку ехать не буду. Танковать мне нечем. Вот. Я еду в сторону захвата. Скорость у меня супер. Так, нас тут, смотрю, двое, два Т-67 с ихней стороны также. Да, только вот что, маскировочку он не взял, не знаю. Это ПТСАУ супер себя чувствует с маскировкой, с маскировочной сетью. ПТСАУ не так высоко. Вот, смотрите, самый первый я подъехал. На саму базу пока ехать не буду. Стану для просветки вот в этом месте. Вот, пожалуйста, это 67. Я, конечно, засветил. Да, он быстрее. Ну да, он меня засветил. Произвел первый выстрел, но не получилось. Так, я из-за света вышел, попробую теперь с другой стороны его. Он думает, что я там нахожусь, но я... Так, тут надо потихонечку, где-то он здесь вот, скорее всего, наверное, спрятался. Да, вот поиграл, конечно, я немного на этой ПТСАУ, но заметил, что вот этих вот патронов мало, очень мало. То есть тут практически каждый патрон надо брать. Вот, вышла ПТСАУ. Эти пробивает легко. Ну, давай, 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 что-то 67 выйди. Ну что, у нас слив. По процентам тоже упало. О, да это конкретно уже. Так, ну где ж ты там? А, все, убрали, супер. Вот, засветили. Пока спрячусь. Ага. Вот уже кто-то старается сюда влучить. Да, что-то у нас не получается немного. Ну, а то уже пишут, что слили. Да, гору уже слили точно. Горы нету с той стороны. Да, вот пошли ИСы. Куча танков. Я не знаю, что делать. Или ехать туда помогать. Ехать просто навстречу. Тебе надо помочь. Не знаю, получится у меня ИСа пострелять. Так, а вон вот он находится. А, во, башенку видно. Ну, наверное, тут лучок надо. Эти, рядышком. Просто один выстрел ИСа, и меня нету. Так, вроде бы он не за мной охотится. Это большой плюс. Не, теперь сюда смотрит. Да, его даже в гусю не пробиваю. Проезжаю. Да, засвечивают здесь со всех сторон. Я даже не знаю, куда вот ехать. Пробую Матильду выцепить. Матильда, ну. Она не простреляет. ИСа забрали, супер. Но нас остается трое. 37% на победу. Так, этого я не вижу. А, вот. Это получается. Тайп. Арта. Броня не пробита. Ух ты, я еще не пробиваю. Да, вот пишут. Наши раки. Честно говоря.
Сколько у них там? Раз, два, три арты. Ну вот 11-17 кп, я думаю. Да, вот он забрал нас, вообще двое осталось. Ладно, вот этого ВК забираем. Супер. Нужно аккуратненько. Что там у нас получается? 26% на победу. Ну, я не знаю, здесь выиграть. Это каждый должен забрать по 2, по 3 фрага. Остался Т-58. И я. Ну, не знаю, получится ли у нас вытащить в этом бою. Попробую подсвечивать с этой стороны. Вот уже пишут, тащи бой, Т-67. О, супер, подсветик. Ну, главное, вот смотрите, ушка кривая. Да что ж такое, попробую через стену. Броня не пробита. Я не пробиваю через стену. Да что ж такое. Придется пробовать. Только выйди. Хотя бы еще эту Матильду забрать, что хоть что-то будет. Ясно. На базу, естественно, сейчас ехать нечего, так как расстреляют. Остается просто вот так вот стоять пока. А вдруг что-то... О, вышла Матильда. Так. Ну, хоть на гуслю и... Есть. Но все равно, еще против нас 4 фрага. Что там у нас получается? 29% на победу. По ХП, в принципе... По ХП, в принципе, неплохо. Не так сильно мы отстаем, всего на 100 ХП. Вообще на 100 ХП. Ну вот что делать в этой ситуации? Разве что пока стоять, ждать. Вот у нас раз, два... Так и остается 3 арты. Кто там у нас еще? И Т-34. Ну, Т-34, 45%. Я думаю, развести можно будет его. Во-первых, пушка позволяет, пробивает всех тех, которые остались. Ну, попробую здесь нычку сделать. Ну что, ждем. Большой плюс будет, если именно с правой стороны кто-то выйдет. Хотя я смотрю, тайп, ну пусть тайп там контролирует, вдруг действительно вот здесь кто-то выйдет. Поэтому я тогда контролирую левый фланг. Он пока смотрю, смотрит на бат. Так, а куда он пошел? Что-то он двигается ко мне. Он считает, что именно здесь будет просвет. Да, он подошел сюда. Ну тогда контролируй тогда ты эту сторону. Я тогда буду контролировать базу. А, вот и просветик. Так, где ж ты? Ух ты, вот это-то! Так, вторая. Кто там у нас? А, вот Т-34. Ух ты, я его еще не пробил. Ну, если тайп заберет его, это будет хорошо. Ну, вылазить мне здесь, не знаю, немножко боязно. Хотя хочется поехать, сейчас забрать хотя бы эту арту. Время есть. Где ж ты? Да, это арта 7-го уровня. Так, так. О, есть подсвет. Можно было сразу мне еще стоять на месте. Так. Смотрите, засвета не было. Прекрасно. Ну, уже более-менее. Так, остается, что у нас там две арты. А, не арта. Бишоп. Это не арта. И Су-8. Не одна арта. Да, с бишопом, конечно, шутки плохи. Пушка у него, дай боже.
Так, что у нас остается 5 минут. Вот уже пишут квадрат Е2, Е1. Ну да. Да, спрашиваю я тоже, берем базу. Отвечает да. И мы едем прямо на базу. Будем брать. Я вот так вот стараюсь встать. Не знаю, как лучше. Мне остается 1,5 минуты. Интересно, где произойдет сейчас засвет. Ага, вышиб на горе, говорят. Раз точно он был последний раз на горе, значит, надо контролировать левый фланг. Да, вот я думаю, он, наверное, сейчас вот отсюда и вылезет. Так, пока. Ну, тоже пишут, подглядывайте влево, вот я. Вот, возможно, вот здесь сейчас и появится. Если он здесь появится, можно сказать, нам повезло, потому что противник этот опасный. Хоть одноклассник, но пушка у него, дай боже. Да, что-то никто пока не выходит. Остается времени меньше минуты. Ну пока да, мы с Тайпом тащим весь бой. Вот вытащим ли его? Но остается немного. Вот, вот он. Его пробиваю, но это мало. Второй. Вот, все. Супер. То есть вдвоем организованно мы забираем бишопа. Ну что, остается одна арта. Остается минута. Вот, пожалуйста, вот и арта. Су-8. И, естественно, здесь нам ничего не остается. То есть мы ее забираем по-любому. Так, я немножко подсунулся. Так, забирает. И победа. В этом бою я получил знак классности 2-й степени. Золота, конечно, немного заработал. Немного. Если вам нравится,